Город Ростов-на-Дону. Южный, гостеприимный, самобытный город, особенный город. Он хранит в себе невероятные истории о людях с открытой душой и добрым сердцем. Память о них жива и сейчас, сквозь года. 70-го года. Тысячи писем и поздравительных открыток бережно хранятся в Центре истории ДГТУ. А если быть точным, 11 237. И все они адресованы одному человеку – Полине Ивановне Бойко. Эта замечательная женщина проработала в ВУЗе, тогда еще РИСМе, всю свою жизнь. Она была коменданта, я ее хорошо помню. Вот здесь собраны письма. Это те письма, которые студенты писали ей в праздничные дни, по окончании вуза, с места работы и так далее. Часто мы вспоминаем наше общежитие. Как же хорошо было. Часто вспоминаем вас, Полина Ивановна. Была проездом в Ростове. Как же хотелось хоть на один денек съездить в наше общежитие в РИСХМ. Пишите, Полина Ивановна, как у вас там сейчас? Двое ребят у меня растут. Мальчик 5 лет и девочка 3 лет. Ребята хорошие. Вот и все новости. Получил от вас бандероль. Кофточки и ползунки Олюшки в самый раз. Я не знаю, как и чем отблагодарить завод вас. Очень большой и очень большой. Когда же вы наконец приглашите время и возможность здоровья и долгих лет? Надеюсь, пишите мне обо всех, о всяких новостях, обо всем, Полина Ивановна. Полина Ивановна была для студентов второй мамой, врачом, товарищем, подругой. Ребята искренне любили эту женщину. К ее мнению всегда прислушивались. Полине Ивановне писали о том, как устроились на работу, как обстоят дела в семье, делились радостями, рассказывали о трудностях. Ее уважали и ценили. И в каждом письме упоминали о том, как по ней скучают и хотят поскорее навестить. Дорогая Полина Ивановна, здравствуйте. Вы как мать для всех своих бывших питомцев. Светланка называет вас своей бабушкой и собирается в гости. Тая. Среди ярких открыток и пожелтевших от времени телеграмм нашелся и целый альбом с фотографиями. Эти снимки счастливые рисмовцы присылали дорогой маме Поле на память вместе с письмами. Здесь и фото с отдыха, праздников, семейных торжеств. Ей писали годами, и ни одно письмо она не оставила без ответа. Студенты не просто писали и узнавали там, как ваши дела, рассказывали о себе. Девушка, я писала, жду первого ребенка, вот подскажите, какое имя дать ребенку, если родится мальчик или родится девочка, хотя у них были родители. Полины Ивановны Бойко уже давно нет с нами, но слова искренней признательности ее доброте, чуткости навсегда остались в тысячах строк, написанных студентами РИСХМа. Их и сегодня читают студенты ДГТУ, узнавая из них о многолетней истории вуза и восхищаясь его сотрудниками. Я не знаю, она была, наверное, не просто родитель, она была больше, чем друг. В общем-то, поэтому... Что тут еще скажешь?